Телеканал КРТ представляє. Некоторые слуги народов рассуждают на тему монетарной политики Нацбанка и обсуждают кандидаты. Ну, обсуждают приблизительно люди такие. Институт в Пшемишле, диплом зоотехника, курсы обязательно это Миловановской это школы экономики. Да. Секунду, не, подождите, важно иметь курсы Миловановской школы экономики. Это важно, да. Сертификат. Сертификат, да. Ну, а если еще где-то еще прошел через Трусковец, ну, это... Русковецкий диплом. После этого... Премия «Золотая нафтуся» просто. Через какой-то фонд трудоустроена 8-м помощником замминистра экологии, работает в Комитете национальной безопасности и обороны страны, ну, думаю, минимум замом, и рассуждает, вот какие кандидаты нравятся, какие не нравятся. Это так вот выглядит фундаментально. И при этом зоотехник – это самый фаховый специалист. А он единственный, кто имеет узкую специальность. Уже все остальные специальности не имеют. Представляете, иметь фракцию 242 человека... 248, да. Ну, я путаюсь с цифрами, потому что там реально голосует 170, ну, а потом он. Надо на кланы разложить. Ну, неважно, окей, 248. И не иметь ни одного человека, который по критериям проходил бы, там же критерий, 5 лет в банковской сфере работать на руководящий должность, чтобы мог даже в теории рассматриваться на должность главы Нацбанка страны. То есть, вы, ну, такого не было никогда и нигде. Даже всегда... Когда любая политическая сила, даже маргинализирующая, вот как Бют сегодня, что уже, или какая-то политическая сила, которая только начинает, но когда формируют список, ну, общий подход, ну, вот так, такой. Вот это... Каждой твари по паре. Да, вот это... Вот это есть. Нет, имеется в виду, Алексей, другой. Это ковчег. Да, вот этот у нас в оборонной промышленности. Авторитет, специалист. Вот это в гуманитарной. Вот это в промышленности. Вот этот в финансовой, там, банковской. Этот в фискальной. Этот в инфраструктурной. То есть берутся как... просто хороший фотограф. Ну, ты всегда нужный. Но они уже там есть. Просто хороший человек. Они присутствуют, потому что... Почему? Берут еще пару сильных. Это «Слуга народа» справилась. Потому что эти потасовки вокруг трибуны. То надо, чтобы пару борцов, пару боксеров присутствовали, ну, это обязательно. Это вообще обязательное реноме. Ну, это обязательно, но всегда в любой фракции есть люди, которые ему... А у «Слуги народа», у них же какая была тренд? Новое лицо, это первое требование, но это не все. Второе, никакого упоминают стерильный, ни в каких средствах массовой информации. И вот желательно, чтобы человек лучше ничего не знал. Ну, что будет что-то знать, будет что-то умничать. А, ну, его надо научить, как курсы на неделю, нажать кнопку, ну, чтобы мог воспринять команду. И все.